Победите нового бота, участвуйте в фестивале цветения на этой неделе, получайте трофеи и соберите уникальный комплект экипировки. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня у нас весенний ивент, а вот и сама экипировка. В принципе, довольно все недорого стоит, поэтому есть смысл заморочнуться, ребят. Так что сегодня мы этим и займемся. Для начала давайте посмотрим, что он из себя представляет. Поэтому приступим. 5 дней будет идти, ребята. Наступил праздник цветения сакуры. В эти дни, по одной из традиций, вестники показывают свои изобретения на главной улице, говорит Шибата. Я создал бойца, работающего на теневой энергии. Ему нужен оппонент, который позволит показать моего бота во всей красе. Тебя подготовят несколько прототипов перед главным поединком. Потом ты встретишься с первым в своем роде теневым ботом. Хорошо. Вот у нас, ребята, здесь награды. В принципе, неплохо. Думаю, реально все это накопить. Но, возможно, придется докупить нам кристаллы. Потому что с первой попытки я сомневаюсь, что у нас все получится. Так что, поехали. И у нас раунд 1. Первый противник — это прототип с когтями. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ага, так, получи. Блин, этот посох мне не нравится, ребят, вот честно скажу вам. Ага, замечательно. Так, надо, наверное, вот так вот. Еще разок, а, обмен. Нормулька, блин, промахнулись. Добивочный. Опа. Прям по башке. Ну что же, первый раунд за нами. Давайте также хорошо сыграем во втором. И тогда, возможно, мы с вами быстро накопим на шмотки уникальные, которые даются по этому ивенту. Но, если честно, они очень хорошие и стоят того, чтобы подраться за них. Да елки-палки, да отвалит от меня. А ты смотри, что делает. Слушай, посох, какой же ты короткий, не можешь даже достать до нее. Оу, подсечку сделала. Ты посмотри на нее, а. Так, вылезь. На-ка, получила свое? Сейчас теневуху, ребята, она будет включать. Нельзя, нельзя позволить, чтобы она ей воспользовалась. Ах ты. Ладно, да, да что ты. Фух. Только когти отлетели. Ну что же, 2 раунда мы выиграли. Нам только остается смотреть, что дальше за оппонент у нас будет. Я пока, наверное, ребятушки, схожу и поменяю все-таки себе посох на глефу. Потому что посох мне не устраивает. Так, смотрите, у нас здесь, в принципе, довольно неплохо все это можно сделать. Угу. Ну что же, ребята, глефу я взял. Так, что у нас тут? Восклицательный знак стоит, я не пойму, по рейтингу. Ничего не добавилось, ничего не поменялось абсолютно. Так что давайте продолжать. Экипировочку сейчас я, ребята, гляну. Так, что у меня тут есть? Шлем, а вместо глефы? Нет, посох я не буду ставить. Ну его нафиг. Все, ребят, давайте продолжать. Где у нас тут? Я уже забыл, куда надо нажимать. Ну, не на дуэль. Ага, вот, фестиваль цветения. Погнали. Кстати, ребят, да, игра немножко тормозит. Что-то как-то долго все вот здесь прогружается. Я не пойму, в чем причина. Может быть, сервер опять загружен. И у нас опять второй прототип, но уже с саями. Да куда ты там, а? Оу! Ну-ка. Вот она, моя родная глефа. Узнаю, узнаю. Ну, навыки боя я, ребята, растерял. Будем надеяться на свое оружие. Да, оно довольно неплохо наносит урон, так что есть все шансы у нас здесь выиграть. Так, куда ты там, а? Ха-ха, ножками забрыкал. Все, отдохни маленько. Первый раунд за нами. Еще второй. Там получается как? Через каждые 4 раунда нам будет награда. Или через каждые 2. Да, по-моему, через каждые 2. В общем, неважно, давайте играть. Там же... Оу! Ты смотри-ка, а? Раздухарился. А ну-ка теперь я. Черт, он мне даже не дает. Вот так вот. Да ты достал уже своими нижними ударами. В принципе, ребят, я даже теневой удар зря использовал. Можно было его и так забомбить. А может быть, нельзя? Да все, надо вот... Сколько раз говорю, когда стреляю в звездочку, надо приседать. Сейчас, ребят, надо только разогреться и... Все у нас пойдет как по маслу. Бам, только саи опять отлетели. Лежи, не вставай, ё-моё. Дрыгается там. Победа, конечно же, победа. Так, что-нибудь дадут нам, нет? Ну вот, опять. Вот о чем я вам, ребята, и говорю, что подвисает непонятно по какой причине. И меня это нервирует. Ага,
100 карточек нам дали. Ну что же, довольно неплохое начало. Так, продолжаем тогда. И у нас следующий бой. Там опять у нас какая-то будет карточка. Я не знаю, что она из себя представляет. В общем, два боя нам нужно сделать. Это по-любаську. Так, и кто у нас тут? Покажите мне. Прототип. Ага, уже с этими. С косами. Нет, это даже не косы, ребята, это серпы. Так, опять девушка. Опа. Неплохо, я вам скажу. Слушай, я ее, наверное, сейчас и добью здесь в уголке. Ах, ты смотри, что делать. Фу, ну так как она у меня хп отнимает, я думаю, что у меня шансов больше победить. Черт, побери. Да что ж такое, что же я мажу-то? Тихо. У нее удары вот эти вот опасные. Дудки. Прям в полете. Все, добиваем, наверное, ребята. Вот так вот. Слушайте, ну, поначалу все довольно легко и просто. Никакого сопротивления я не вижу. Ну, нам не зря вначале сказали, да? Разомнись, братишка, на прототипах, а потом уже будешь драться с боссом. Ох ты! Вот это ты, по-моему, зря тут это начал вытворять, а? Красавица! Блин, да что ж такое-то? Один удар попадает, а другие нет. Так, давай-давай-давай, выделывайся. На! Опа! Так, нет, надо завязывать с этим делом, ребят. Так, подожди, вот так вот, нормулька. Все. Очередная наша победа. Получается, что еще следующего противника мы с вами побеждаем и получаем какую-то награду. А вот какую, пока не знаю. Ну, какая-то там карточка, может быть, пак. Ну, давай ты прогружайся, ё-моё. Так, что это такое у нас тут? А что было-то? Странно как-то все это. Ну и кто тут у нас? Давайте, покажите мне. Стальная Сакура. Или Сакура. Так, ага. Блин, мне нравится глефа у него, ребята. Вот такую же глефу разыгрывают в ивенте. А чё я вру? Полный сет, ребята. Вот этот вот будет у нас сегодня на ивенте. И мы его получим. Да ё-моё. Так, ага, это у нас босс, поэтому нужно три раза его победить. Ну что ж, будем стараться. Первая победа, по крайней мере, за нами. Ничего такого сложного я в нем не увидел. Но это, видимо, не конечный босс, ребята, это промежуточный. Так, да ё-моё, что ты... Ого, вот это удар. Блин, ну-ка давайте-ка, ребятушки, что-нибудь замутим этакого. Ах, не дал удар сделать, гад. Оу, да он глиф свой потерял. Ну тогда извини, родной. Придется с тобой завязывать. Смотри, ну он в блоке стоит все равно. Ух ты. Какие у тебя хорошие башмачки-то. Кабуки прям какие-то. Тихо, блин, бросок сделал. Ну отнял мало хп. А вот это вот уже побольше отняло. Ладно. На-ка, выкуси, гад. Как же ты меня нервируешь. Надо, ребята, его подлавливать либо в прыжке. И вообще он не любит, я так понимаю, броски. Оу! Не-не-не-не-не-не-не-не! Вот это да. И радуется. Ну все, ты меня взбесил уже просто-напросто, а? Сакура, сейчас буду наказывать. Жестоко наказывать. Так, раунд 3. Поехали, ребята. Главное его опередить. Опа, вот это он делает. Теневуха, ладно, пускай тратит, ребят. Сейчас у меня накопится, и я ему... Оу, да ты достал. Слушай, что-то фигня какая-то получается, ребят. Офигеть, промежуточный босс. Что-то вначале мне показалось так все легко и просто. А сейчас, смотрите, просто разбирает. Да, что-то все не то я делаю. Так, отлично, есть шанс. Фух. По крайней мере, вырвали победу, ребят. У нас уже две на счету. Осталось один бой провести. И думаю, все будет хорошо. И после этого уже нам что-то дадут. Какую-то вкусную вкусняшку. Погнали. Ага, дудки. Вот, вот это я понимаю. Слушайте, если таких 4 удара сделать, в принципе, ему крышка. Давай-давай-давай, иди сюда. Подставляйся. Оп, мимо. Вот, надо было, ребята, вот ловить, когда он прыгает, в принципе-то. Но я слишком далеко стоял. Ага, конечно. Так, давайте бросочек сделаем и попробуем вот так вот.
Все, на удар буквально его хватит сейчас. Ах ты, гад. Нет, не пробьешь. Готов. Нет, не готов. Но потерял он свою глефу. Естественно, добивочный. Ну что же. 3-1. Наша победа. Я хочу посмотреть, что нам выдадут сейчас. Что будет у нас тут за ревар такой интересный. Я опять зависла, а. Ну что за фигня? Давай, прогружайся уже быстрее. Эй. Награда. Эпический спецприем для глефы. Флагшток называется. Заманчиво. У меня как раз, ребята, глефа. Блин, стоит менять, а, или нет? И хочется, и колется. Даже не знаю. Даже не знаю. Смотрите, он 8 уровня. Просто я не знаю, что он именно делает. Ладно, давайте так делать, по принципу. Не попробуешь, не узнаешь. Поэтому мы его одеваем, сюда мы наденем с вами. А я могу два? Нет, по-моему, не могу. Могу только вот этот вот. Точность. Да, вот я сомневаюсь, ребята, насчет эпического удара, вот этот вот, который у меня новый. Может быть, все-таки взять тройной выпад, который у меня до этого стоял, а? Если он окажется ерундой, то мы с вами проиграем. А тройной выпад все-таки нам очень сильно знаком. Он проверен, как говорится, уже боями. Блин, я не знаю. И хочется, и колется. А может быть, потом просто проверить? А, ребят? В общем, ладно, сюда мы ставим тогда с вами точность. И... нет, все-таки я, наверное, ребята, поменяю. Я, конечно, понимаю, что вам хочется посмотреть, что это за удар. Мне тоже очень хочется, но тройной выпад все-таки роднее. Ну, если проиграем, тогда я уже поставлю точно новый перк. Так что давайте смотреть. У нас с вами продолжение боя. Угу. Понеслась. И кто у нас здесь будет? Раунд один. Опять прототип. Они только прототипы, да, я так понимаю. И железная сакура. Воу. Вот это вот уже похуже, ребята. С копьишком. Тихо ты. Ага. Но, по крайней мере, ХП отнимается так же хорошо, как и у предыдущих наших бойцов. О-о-о-о-о-о, не надо, не надо. Не надо вот эту комбинацию вешать. Черт подери, ты посмотри, что происходит, а. Надо ловить. Надо ловить, ребята, момент. Да на ты лежи, блин. Оу, и она в ответку. Зашибись. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Добивочный, ребята, добивочный. Вот так, по сраке. Фух. Блин, вот еще бы немножко бы она мне прописала, и все, мы бы с вами одуплились. Нам фартануло просто-напросто, что теневуха очень хорошо сработала. И я все-таки дотянулся до ее сраки кончиком своей глефы. Погнали. Так, неплохо. Оу, потеряла, потеряла она. Все, ребята, потеряшка. Иди сюда. Хотя не забывайте, что в рукопашку они дерутся тоже не очень плохо. Вот так вот. Эй, все, мне кажется, это конец, ребят, ей. Никаких шансов у нее нету. Ну-ка, попаду, нет? Бум! Готово. Слушайте, легко мы разобрали этого прототипа. Хорошо, двигаемся с вами далее. Кто же у нас будет дальше? Ну, да елки-палки. Ну что так вот долго между вот уровнями прогрузка идет, а? Восхождение. Так, давайте глянем. Опять там какой-то нам приз дадут. Оу, как я ненавижу мечников, ё-моё. Они довольно крепкие. Ох, смотрите, этот уже паренек-то покрепче будет. Ага, наказал маленько. Слушайте, он, по-моему, дурит. Причем сам себя. Он бы уже давным-давно бы мог мне таких люлей отвесить. Но он почему-то только вот рубящий свой удар делает. Странно как-то. А, сейчас, наверное, теневуха дождется и будет прописывать мне. Ну-ка. Ёлки-палки. Вот это он врезал. Все, началось, ребята. Блин, вот я так и думал, что он сейчас вот это... Блин, блин, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, пробьет, пробьет, ребята, конечно же. Вот сволочь, а. Своим теневым ударом он меня пробил.
Хорошо, первая победа за ним. Надо хотя бы сравнять шансы. Или что-то в этом роде, я не знаю, что делать. Так, у меня зато тоже есть теневой удар. Так, начинается. Оп, полежи. Хорошо пошло. Главное подлавливать, ребят, на тройную ударовую. На тройной этот выпад наш, и тогда все будет хорошо. Ух! Блин, а меч ты что не потерял свой, гад? Вот гаденыш рубит. Блин, ну вот меч тоже, ребята, очень хорошее оружие, но я просто не привык им драться. Так, у меня его и нету, если честно, даже. Меча-то. На-ка, получи, гаденыш. Блокирует, 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 ребята. Оу, попался. И... ать, не достанем. Не достанем. Черт подери, да что ж ты. Так, надо что-то делать. Может, ударить. О! Великолепно, ребят. Хотя вот, когда он замахивается этим ударом, есть вероятность отхлопотать таких люлечков, что мало вам не покажется. Он может рукой, ногой сбить его, и все. А, так это у нас... А, фу ты, блин, я уже думал, босс. Третий раунд у нас всего лишь. То есть ничья. Заигрался, называется, да? Так, вот, теневуха накопилась. Нельзя позволять ему, чтобы он сейчас включился в тень и начал тут меня разбирать. Буду его здесь вот зажимать, ребята. Опа! Так. Хорошо, идем пока. Эй, не надо, не надо, поваляйся. Так, удар. Ах, как хорошо, замечательно, ребят. И остается лишь... Нет, 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 не надо вот этого вот делать, а. Ну, есть, ребята. Фух. Если бы мы сейчас промахнулись, ну, промахнуться вряд ли, но если бы он успел меня ударить быстрее своими сандалями, скорее всего, победа была бы за ним. Так, ну, что мне дадут за эту победу? Ну, точнее, за две победы еще. Два прототипа же забомбили. Ну, что опять-то? Ага, 100 рубинов, отлично. Ну что ж, ребята, продолжаем. Ну вот, дорогие мои друзья, момент истины. Покупаем себе лезвие грезы. Ух, ты посмотри, какая мощь, а. Конечно, подтверждаю, ребята. И хочу посмотреть, как это все будет выглядеть на нас. Я думаю, что с этой глефой мы далеко уйдем, а может быть даже пройдем все полностью. Красота, уникальная глефа. Четко все. Теперь нужно ее примерить обязательно. Вот, вот так вот, ребята, это все дело и выглядит. Так, одеваем. Что у нас еще есть? Легендарный спецприем, блин. Тройной выпад. Давайте тройной выпад обратно поставим. Так, или вот это вот. Косарь. Хрен знает, что этот косарь тоже дает. Я ума не приложу. Так. И последняя подготовка, да, остается у нас. Ну что, ребят, пойдем испытывать нашу новую глефу. Я думаю, что вы тоже хотите посмотреть, как это все будет дело происходить. Так что, ребята, продолжаем с вами наш сложный режим. Тут также у нас три попытки. Одну попытку я уже истратил. И осталось совсем-совсем маленько, ребята. Так что все шансы на победу у нас есть. Погнали. Так, с ноги на ты, чувачок, блин. Ага. Поваляйся чутка. Ё-моё, какой-то крепкий парнишка. Ох ты, ну вот это вот меня радует. Смотрите, урон от глефы просто колоссальный. Полежи еще. Так, будем его здесь зажимать, чтобы он тут не прыгал. Ага, получил. Кстати, ребята, если мы сейчас выиграем, мы получим еще 1200 карточек. Ну, добивочный и... Да, Рэйчик побеждает. Ну, это только первый раунд, правда. Еще впереди один. Но если также сыграем неплохо, то у нас все шансы, ребята, получить еще карточки, на которые мы с вами купим уже броню и шлем. А, нет, еще нужно купить эти. Там, я не помню, звездочки или что-то там нам дают. Так. Ну, иди сюда. Сейчас тенюху врубит, стопудово, ребят. Ну, я надеюсь, что ему не получится. Надо его бросать нафиг. Поваляйся чуть-чуть. Слушайте, ну броски отнимают его не так много, конечно, как пробивные удары моей глефы. Вы сами это видите. Ты... Все, добиваем. Есть. Отлично, шикарно, просто превосходно. Ух, ну что же, продолжаем играть. Да, да, именно он, ребята. Это последний босс, стальная сакура у нас. На сложном режиме. Так.
Слушайте, ну я его сейчас тут разбираю просто на ура. Я даже не думал, что так все хорошо у нас пойдет. Будем его сейчас бросками. Вот так вот. Ха, он тенюху врубил. Не прокатит бросочек. Опа. Отдохни. Все, пора с ним, по-моему, завязать, ребята. Так, у меня теневой есть, если что. Ох. Отлично. Так, первая победа за нами. Еще два раунда. Идеально. Он что? А, он даже удара мне не нанес. Нифига. Вот это лузер. Так, поехали. Оу. А вот этот вот удар мне не нравится. Очень не нравится. Не-не-не-не-не-не. Блин, с двух ударов вот. Три удара, пол хп нет у меня. Все, ребят. Пора завязывать с ним. А? Ну, блин, тихо. Ах ты, гаденыш. Юркий, очень юркий. Все, давайте вот так вот делать. Может быть, удастся его здесь закромсать, а? В этом уголке. Ребят. Ха-ха, далеко собрался-то. Шитик. Есть шанс, ребята, есть. Ну. Пробили все-таки его блок. Отлично. Слушайте, две победы уже. Так, осталась еще одна и все. Мы получаем с вами супер, так сказать, ревард. И уже докупаем все оставшиеся части, которые нам нужны. А? Так, подожди. Так вот. Блин, нет, броски здесь все-таки очень мало отнимают у него. Удары это то, что нужно. Именно глефой. Даже ногами очень мало отнимается. А вот так вот просто замечательно. О, знакомая картина, ребята. Называется «Зажим в углу». Все. В сухую. 3-0. Вообще отлично. Я жду. Идеально причем. А, он опять не смог ни одного удара сделать. Зашибись. Ну, где мой законный ревард? Я жду. Но не надо только опять вот тормозить и глючить. Я прошу. Давай побыстрее как-нибудь. 1700, ё-моё. И бонусная карта, что у нас там за карта выпадет? Еще 54, отлично. Ребят, я прямиком в магазин. Мне еще предстоит доработать свое изобретение. А детали от него можешь забрать себе. Мне они больше не нужны. Спасибо тебе, Шибата, ох ты. Легендарная династия. Ух. Тут еще и карточки раздают. Ха, нет, ну в первом раунде мне давали эпические. Но я не думал, что здесь дадут легендарный пак. Это хорошо, давайте глядеть. Волнорезы, триплекс для Гуандао, когти виверны, пушное ядро для доспехов и регенерация для шлема. Шикарно, очень меня это радует, ребят. Так, ну, кристаллы мы не будем тратить с вами, да, на участие, потому что мы, наверное, с вами заработали достаточно уже. И давайте уже в конце концов приобретать недостающие нам вещи. А это у нас, естественно, доспех. 1740 силы. Ух, красота. Конечно же, ребята, я буду его брать в первую очередь. Так, потом у нас остается шлем. Ну что такое? Ну вот почему тормозит-то так? Я не понимаю, ребят. Что за фигня? Да, новая карта. А почему, извините меня, красным? Он что, слабее, чем у меня доспех, что ли? Я не пойму. Хм, странно. Так, давайте тогда возьмем, наверное, еще вот это себе. Лепестки стали это. Да, у нас с вами нет выбора, потому что на шлем мне не хватает и буквально немножко. Хорошо, давайте тогда покупать. А на шлем мы себе заработаем чуть-чуть попозже. По крайней мере, у меня кристаллы есть, я смогу переиграть. Естественно, заработать опять 1700 карточек. Ох ты, красота. Все, вроде бы ничего больше не могу. Надо расставлять все по местам. Так, экипировочка. Давайте одевать. Так, что у меня? А, доспехи. Ё-моё, красота-то какая, ребят, смотрите. 1740. Так, первичная защита какая-то у нас тут. Давайте, наверное, оденем. На 40% в первые 5 секунд снижается урон. Так, сумрачный барьер. Это увеличение защиты идет. В принципе, я думаю, что не будет лишним. Слушайте, а если я отсюда сниму вот этот вот перк, я смогу его в уникалку воткнуть или нет? Или тут для каждой брони свои эти? Да, по-моему, так оно и есть, ребят.
Для каждой брони свои удары. Так что мне не остается выбора, как вот сумрачный барьер влепить себе. Так, где он? Вот. И критическая масса. 10% к шансу критического удара. Угу. Все, надеваем мы на себя этот доспех. Да что ж такое-то, а? Ну невозможно глючит, ребят. Ох, как красиво смотрится. Блин, да что за лаги-то, ё-моё, а? Ну напрягает, ребят, ну на самом деле. Да какого лешего ты вообще снял-то это все? Одевай, говорю. Так что, ребята, извините, это не моя вина. Что-то тут сервер, видимо. Не могу понять, в чем причина. Почему так ужасно лагает. Так, и надо нам еще воткнуть. Вот здесь у нас что-то новенькое появилось. Да, вот, лепестки стали. Именно вот эту штуку мы с вами и наденем. Жалко, на нее нельзя ничего повесить, никакой, нету никакого перка. Так, ну что же, нам остается заработать только лишь на шлем себе. Так что давайте, наверное, приступать потихоньку к этому делу. Так, участвовать. Тратим 100 рубинов. Откат. И поехали далее с вами. Да, победа за нами. Он пал. И, ребята, мы получаем с вами 1400 плюс 64. Этого нам за глаза, чтобы купить недостающий нам шлем. Ух! Так, и где он тут у нас? Ребят, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, шлем этот надо взять просто для комплекта. Он отстает. Проигрывает моему шлему, который в данный момент у меня одет. Можно даже сказать, что он мне не обязателен. Но все-таки с комплектом мы будем смотреться немножко покруче. В общем, давайте мы купим, примерим. Ну, а потом я уже верну себе обратно свой шлем. И могу вам сказать одно, ребята, что этот ивент очень хорош. Очень хорош, он стоящий. Поэтому стоит заморочнуться, поиграть полтора часика, два, чтобы набить себе на этот сет. Думаю, никто не будет даже против. Давайте себе улучшим бесплатно каску. Зачем терять такой шанс? Что у нас тут еще осталось? Да вроде бы как и ничего. Перки мне не нужны пока. А это у нас 145 рубинов стоит. Это катана. Ну, саблями, катанами я не пользуюсь, поэтому я не буду тратить. Меня устраивает вполне, как говорится, моя глефа. Так, что у нас тут по бесплатным картам? Остроконечная шляпа, деньги и бонусная карта. Так, опять остроконечная шляпа. Ну что, давайте, наверное, примерим мы с вами этот шлем уникальный. Как это у нас? Видите, ребята, 1549 силы. Да елки-палки, ну что ж такое-то, а? Блин, ребят, придется мне, наверное, очень много здесь потом вырезать. О, вот так вот все это дело смотрится у нас. Довольно впечатляюще, мне нравится, я очень доволен. Так, усиление, эпический перк. Аккумуляция и теневой заряд. Ну, конечно же, будем с вами оставлять вот этот шлем, потому что у меня здесь регенерация идет. Ну и укус кобры, который отнимает здоровье у врага. Ну что же, ребята, как-то вот так вот у нас все это дело. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А на этом я буду закругляться. Опять же, игра что-то глючит. Вот, надеюсь, вам понравилось. И увидимся уже с вами в следующих видосиках. А на этом все, всем пока и до скорых встреч. Удачи вам!